Всем привет. Доброе утречко. Каролина учится крючком вязать. Тебе нравится? Захотела она вязать крючком. Мы же вязали, сидели с Маргаритой шапку. Она увидела, сказала, я тоже хочу научиться, да? Да. Вчера мы влог не снимали. Мы вчера практически целый день спали. Проснулись мы вчера где-то, наверное, в 2-3 часа дня. Представьте себе, сколько мы спали. Вот. Ну и все. В принципе, мы больше ничего не делали. Лежали, кушали, смотрели телевизор. В общем, у нас такой день был. Провалялись весь день. Вот, поэтому ничего не снимали. Я вообще потерялась в днях. А я думала, что сегодня суббота вообще. И так, мама? Да. И оказывается, сегодня воскресенье. Я думала поехать немножко купить продуктов. То, что нам не хватает. А сегодня все закрыто, потому что воскресенье. Как у нас дела? Как мы себя чувствуем? В принципе, нам уже полегче. Каролины температуры нет. Хорошо себя чувствует. Не кашляет, что? Ничего. Да. Папа у нас еще болеет. Причем хуже всех. У него температура сегодня была ночью. Болит. Голова болит. Знаете, когда кашляешь, такое ощущение, что у тебя голова лопнет сейчас. Прямо пульсирует. Вчера он поехал, сдал тест, и мы сейчас ждем результат. Ну-ка, посмотрим. Негативно? Да не может быть. А почему симптомы есть все? Ну, поясняй. Не может быть такого. Тогда нужно сдавать на антитела. Почему он тогда себя так плохо чувствует? Болеет. Мышцы болят, в груди болит, спина. Ну вот все то же самое, что у меня. Спина болит, голова болит. Очень странно. Теперь надо собирать. Я не знаю, я это соберу. Макс уже поправился, да? Ты уже не болеешь? Уже все? Девчонки, кстати, себя тоже хорошо чувствуют. Иногда у Ксюши голова болит. А так, в принципе, нормально. Не знаю, тесты мы не сдавали, ничего не делали. Бабушка тоже себя хорошо чувствует, так что пока вот так. Пока мы на карантине. Ну, с папой что-то делать надо, мне не нравится все равно, как он себя чувствует. Ну, вот она, Ксюша, пришла. Как дела? Голова не болит? Не болит. Нет? Все нормально, симптомов нет? Но мне все-таки кажется, что он самый первый заболел. Самый первый. Что он всех заразил. Поэтому, может быть, не знаю, сейчас у него не показывает. Потому что он переболел еще в конце ноября. Кстати, вчера мы посмотрели фильм, который я хотела посмотреть. «Мальчик по имени Рождество». Мы нашли на испанском языке, чтобы папа наш тоже посмотрел. На русском не понимает, поэтому мы вчера все вместе посмотрели этот фильм. Очень крутой, понравился. Кстати, котика мы нашего назвали. Иди сюда. Шрек. Нет. Теперь это у нас не Фиона, знакомьтесь, это Филя, не хочет. Мы решили оставить имя на ту же самую букву, на F. И, в общем, выбрали имя Филя, Филипп, сокращенно Филя. Так что теперь у нас Филя. Теперь мне нужно поменять Инстаграм, потому что у него в Инстаграме написано Фиона. И есть ТикТок, ссылочки оставлю в описании. И то там нужно поменять теперь все на Филю. Не Фиона, а Филя. Филиппок будет маленький. Для Каролины Пеби Йода такая. Да, так темно. Темно у нас, очень темно. Хоть чуть-чуть включить. У меня нога уже холодна. У нас дети все еще продолжают получать подарки на день рождения. Расческа Бэби Йода. Прикольно, я такое не видела еще. Супер. Упси. Потом сниму. Прикольно. Star Wars. Из Zara? Из одежды, наверное, что-то или нет? Okay. Это что такое? Это же парфюм. Парфюм Максу подарили. Ну-ка, дай понюхаем. Вкусно пахнет? Да. Конечно, дай понюхаю, я не чувствую ничего. Забыла я. Я не чувствую ничего, у меня нет, я не чувствую запахи. Ты, наверное, тоже запахи не чувствуешь, Каролина? А я да. А? Ксюш, понюхай. Я уже пахнет. А Каролина не чувствует. Ну все, мы с тобой не чувствуем запахи.
Меня немножко возвращается. Чуть-чуть, совсем слегка чувствую. Маленький Филиппок. Вот так, вот так. Теперь у тебя есть парфюм. Да? Скупалась, что ли? Помылась. Макс хрена купается. Да. Ага. Шайсы! У нас так быстро дни проходят. Пролетают просто. Пролетаем, как не знаю что. Как ракета пролетают. Нет, я только что помыла. Не, он пыльный, да? Макс с Каролиной там купаются, что ли? Купаетесь? Ой, да, мама. А, понятно. Привет! Я думала, кто там шумит в ванне? Как там тепло, хорошо напарили. Особого аппетита у нас нет, кушаем плохо. Достала мясо, говядину размораживать. Для Фили. Для Бонни. Да, тебе нужно подождать. Мяско еще не разморозилось. По морде понятно, да, уже видно сейчас становится, что это мальчик. По-моему, такая пацанячья морда, не девчачья стала. Да. Календарь я сегодня не открыла. Какое сегодня число? 6, по-моему. Да, 6. Пупси. 6 же, да, открываю? 5. Я 5 я уже открыла. 6. Я попала с кисточкой, сейчас я покажу. Это вчера открыла. Это пупсик. Пупсонок. Это помада, блеск для губ. Пупсонок. Вот в такой мягкой упаковке. Но. Они, наверное, думали, что это им принесли календарь. Угу. Нет, вы уже открывали. Да? Открыли сегодня они? Да. Половину кошка получила. Покажи, что тебе попалось. Чучело. Чучело. Чучело попалось. Так, я пока Маргарите тут складываю свою косметику. Все, что мне попадается. Ой, что у нее такой красный цвет. А вот. А, где кисточка? Вот, кисточка попалась мне. Вот такая вот. Мама, смотри. Вот такая кисточка. Теперь две кисточки. Смотри, мама. Сейчас. Такие. Так, пудру вы видели? Вот эту помаду тоже все видели. Видели? Смотри. Порвалась. Порвалась. Ничего страшного. Сегодня какой? 18-е. 18-е. Это я показывала. Или 19-е. Нет, сегодня же 19-е. Сегодня. Вот это я не показывала. Клоун. А, точно. Угу. Это было вчера. Угу. Боня даже гавкает, ей не нравится. И тут попался. Опять он. Просто он спать идет. Грязный. В пижамке какой-то, да. В шапочке, в колпачке. И тут книжка. Тут написано... Мама, через 5 дней Рождество, а мы в карантин. Мама, что если никого больше не будет? Вам нужно тест будет сделать. Если нету. Чтобы у вас не было. Подтвердить, что у вас нет. Если нет, то отрицательно, то все, значит, вас не зацепило. Ну, по идее. Потом мы все должны взять тест. Но мне кажется, у меня раньше пройдет это все. Потому что я давно уже болею. Идем. Просто тест я поздно сделала. Еще хотели печеньки делать. Рождественские печеньки. Все валяются. Видите, как у нас дни проходят. Валяемся на диване целыми днями. Ничего не делаем. Я даже не знаю, как влог снимать. Пойдем календарь откроем. Ты открыла? Нет. Ей вчера браслет попался. Покажи. Вот такой. С луной. Браслетик. Первый раз, да, браслет попался? Первый раз браслет попался. Да, время уже 5 часов. 5:08. День! Может, мы так до следующего года проспим все праздники? Да? Уже праздников не будет, никаких праздников нет. Все для нас. Сережки попались. Уже же было что-то похожее или нет? Да. Серебряное, да? А это теперь золотое. Да. Фионка? Ой. Ну, теперь привыкать надо. Филька? Эй. Фили? Вот такую вот шапку. Вчера мы связали, немножко помогала Маргарите. Побольше уже набрали на 4 петельки больше. А вот теплая толстая шапочка получилась. Сейчас померит.
Вот. Вот это уже лучше. То, что у нас первый раз получилось, какая-то ерунда. Да, тут видите, уже заворачивается все. Этот не захотела она сделать бубончик. Так останется. Да? Будешь ходить в ней хоть? Да. Точно? Ну, только когда будет очень холодно. Ну да, когда будет, да, она толстая. Именно вот когда снег будет и холодно. Пока у нас сейчас тепло. Плюсовая температура у нас. Так, это у нас еще тортик остался со дня рождения. Сюда иди. Делать. Ну что, начинаем делать печенье. Песочное тесто и вот такими формочками будем порезать. Не знаю, нужно... У меня немножко масло не подтаяло. Нужно, чтобы оно прям растаяло хорошенько. Сейчас посмотрим. Нужно перемешать где-то пару минуточек сахар с маслом. Потом, когда будем делать, потом будешь помогать. Мы выливаем желтки, Ксюш, тут белки не нужны. Чтобы тесто получилось песочное. Так, все, это тоже взбивай. И потом будем засыпать... разрыхлитель, муку. Ты пробовала уже? И все, готово будет. Нет, я не пробовала тесто готовить это. Я не знаю, сколько получится, хватит нам или нет. Ничего. Масла все равно у меня больше нет. У меня только 250 грамм масла было. Может, ты побыстрее просто включишь? Получаются, но они очень такие нежные. Видите, они сразу ломаются. Видишь, они ломаются. Попробуем. Можно еще? Очень вкусные. Если бы у нас еще была эта глазурь, мы бы сверху глазурью парили. Это как песок, мама. Но у нас нет. У нас нет сахарной пудры, чтобы сделать глазурь. А здесь у меня варится кашка. Захотела молочную кашку рисовую. Каролина, Макси, давайте. Будем собираться спать. Смотрите. Время 11 часов. Я уснула и только вот проснулась. Уснула я, наверное, где-то часов в 9. Слайм. Лежала на диване и уснула. Я только проснулась. Кстати, мне нужно опять подложить это апельсиновые корки под елку. Филька опять залазит под нее и начинает играть. Вот он роняет Деда Мороза. Видимо, уже запах ушел, уже нет запаха. И нужно опять. Ксюнчик, спать! Быстрее меня бежит сразу. Да. Кушай. Лоб коротенький получился. Завтра. За продуктами надо поехать. Мама, у меня телефон. Мама, давай спать.
Да, конечно, ты спишь до обеда, а потом сидишь до часу, до двух, до трех. Давай, убирай телефон. Пора спать. Уже поздно. Выучила мои слова, да? Уже давно. Ты, скорее всего, так и не болела? Да? А может быть, перенесла, но в легкой форме? Голова же у тебя болела? Вот. Ну, только один день. Один день только голова болела. Ну, скорее всего, наверное, может, тебя даже и не затронуло. Ксюша тоже нормально. Да, Ксюш? С Маргошей вы так и не переболели, получается? Нет. Ну, хорошо. И бабуля тоже хорошо себя чувствует. Хомяка кормила? Нет. Корми. Мама, ты покорми. Ты мама. На, ты мамка. Ты его мамка, давай. Я его не родила. Заканчивай, ты что не сказала? Там еще одна мама полная. А, точно. Я открою, ты сделаешь. Филька пришел. Филиппок? О, проснулся. Проснулся наш мальчик. Бобок. О, забери ложку. Нравится ему смотреть за хомячком, наблюдать, как он кушает. Ладно, ребятки, все, всем пока. До завтра. Мы будем спать. Ну, закрой. Ой, закрыть. Все, мы пошли отдыхать. Все, всем спокойной ночи.